Российский профессор Василий Сильвестров без вести пропал в Барселоне во время своего отпуска. Заведующий кафедрой высшей математики Института нефти и газа имени Губкина улетел туда еще в начале сентября и больше на связь с родными и коллегами не выходит. В полицию обратился его брат. Он заявил как раз-таки о том, что пропал родственник, а сейчас сотрудники полиции пытаются установить местонахождение известного ученого. Ведь Василий Сильвестров – математик, доктор физико-математических наук, профессор, он автор около сотни научных работ.